В центре урологии мы в основном обследуем взрослых больных и оперируем, но также у нас есть детская служба. По детей мы обследуем, оперируем в том числе, оперируем по разным видам патологии. Скажем, лечение у нас производится по таким распространенным заболеваниям, как инфекция мочевого тракта, в том числе у девочек и мальчиков. И в основном мы занимаемся ночным недержанием мочи, но то, что называют ночным энурезом. В том числе по детской урологии мы занимаемся широкими проблемами оперативной урологии, такими как мочекаменные болезни, технология малоинвазивной технологии, которая заключается в том, что больным даже без прокола можно удалить камни. Называется экстракорпоральная ударно-волновая литотрепсия. То есть с помощью специальных ударной волны камень дробится, и камень выходит самостоятельно по мочевым путям. В том числе мы занимаемся врожденными патологиями мочевого тракта, такими как гидронефроз, то есть сужение лоханочно-мочеточного сегмента. Эти операции мы производим разными способами, такими как традиционные способы лечения, которые общеприняты, и в том числе используем малоинвазивные методы лечения. Это лапароскопический метод, когда не делается разрез, но устраняется патология в области лоханочно-мочеточного сегмента, устраняется стриктура. Наконец, мы очень широко занимаемся проблемами мочеполового тракта, в том числе половых органов у детей, коррекция такой патологии, которая называется гипосподия. В том числе мы занимаемся патологией, связанной с вагинальным отростком брюшины, такими как водянки, яичек. И широко сейчас оперируем больных с крипторхизмом.